Первая современная детская площадка появилась в поселке Сиваки Магдагайчинского района. Такой подарок местным жителям сделала компания «Газпром Трансгаз Томск». В рамках восточной газовой программы она реализует в регионе проект «Сила Сибири» – крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России. Как теперь поменяется досуг детей, расскажет Юлия Долгорук. За прекрасный результат, за старание и забот, благодарности звучат. В центре Сиваков непривычно многолюдно. Пустырь, который годами портил тут вид, исчез. На месте травы выросла детская спортивная игровая площадка. По этому поводу в поселке устроили целый праздник. Мы должны сегодня поддержать детей и все сделать для того, чтобы они видели что-то положительное, какое-то развитие, какую-то перспективу. То есть, чтобы они были не ущемлены вот именно в своих правах детства. Тут появилась не просто песочница, а безопасные горки, яркие карусели для малышей, тренажеры для подростков. Семья Цакун теперь проводит здесь время всем составом. Если честно вам сказать, мой ребенок больше стал проводить здесь времени, чем за компьютером. Пресс можно покачать, накачаться, себе кубики сделать. Можно еще на качелях покачаться, полазить, воркаутом позаниматься. На площадку стянулись люди из самых дальних уголков поселка. Дядя и тетя трехлетней Даши рассказывают, раньше детям и поиграть толком было негде. Горку, которую зимой заливают водой, летом охраняют гуси. А этот когда-то любимый городок давно обветшал. Поэтому малышей было сложно вытащить с новеньких аттракционов еще тогда, когда официально ворота комплекса были закрыты. Через день, так каждый день почти, да? Даша? Да. Украшать площадку, красить забор и прибирать ее перед открытием помогали родители вместе с детьми. Они же придумали название любимому месту – «Нескучайка». Тут и правда не соскучишься, согласился Алексей Кукотин. Пока шел концерт, с лица представителя «Газпрома» не сходила улыбка. Акцент делается на социальную сторону, да, то есть и в первую очередь на детей. В селах все-таки молодые семьи, дети, вот, и хочется, чтобы дети там не лазили по таким зданиям, как мы видим здесь, да, вот, а проводили время на обустроенной детской площадке. Хочется отметить, что и за площадками необходимо ухаживать, их обслуживать. Компания «Газпром Трансгаз Томск» 3 года работает на территории Магдагайчинского района. За это время, рассказывают районные власти, их социальные партнеры подарили детские площадки 6 населенным пунктам. В 24 школы и детсада поставили современное кухонное оборудование. Причем, отмечают представители компании, внимание уделяется не только райцентру, но и отдаленным поселкам. Ведь тут живут люди, которые работают и будут заняты на обслуживании строящегося газопровода «Сила Сибири», возводимого в рамках восточной газовой программы. Юлия Долгорук, Анна Шантыка, Кирилл Захаров. Вести, Благовещенск.